на сегодня я рад представить вам такую красивую монету в прекрасном состоянии. С первого взгляда ничего необычного. Как они могли появиться? Версии сколько угодно. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата. Сегодня хочу показать вам еще одну необычную золотую монету. С первого взгляда ничего необычного. 10 рублей 1900 года. Год считается даже, ну, относительно простым. Есть такое понятие среди коллекционеров или среди инвесторов — простые года, к которым относятся, конечно, наиболее массовые по чеканке 1899, иногда к нему относят 1698 год, хоть это и неверно. Там есть один массовый тип, это монеты с малой головой, с портретом Л-Ша-3 по системе Каюмова, или Л-3 по моей систематизации, другие 10-рублевые монеты 1698 года, несомненно, редкие и ценные. Ну и еще одним таким годом часто называют 1900. И все же достаточно массовая чеканка, большое количество монет, встречающихся обычно не в самом лучшем состоянии, их относят по этой причине к инвестиционным. Но если, конечно, попадается красивый экземпляр без обращения, он, несомненно, ценим и дорог. При этом, что монеты, как и ранее считалось, встречаются, по крайней мере, с двумя типами портретов. Тип портрета именно 1900 года, или 7-й по классификации, систематизации, и второй тип портрета, или поздний портрет, такой же, как встречается на монетах последующих выпусков 1901, 2, 3, 4 годов, и, в принципе, близкий к портрету 9, 10 и 11. Но переворачиваем, и мы видим на этой монете портрет Л-Ша-5 по системе Каюмова, или L5 по систематизации, приведенной мной. Я в целом стараюсь следовать уже ранее разработанному Каюмову принципу, зачем изобретать велосипед. Ну, можно дополнительно добавлять к нему недостающий новый элемент. Пятый портрет. Он встречается исключительно, как ранее считалось, на 10-рублевых монетах 1899 года знаком ФЗ. И только на них. Но оказывается, нет. Очень редко встречаются монеты 1900 года с этим самым пятым портретом. Как они могли появиться? Версии сколько угодно. Но то, что часто приходится рассказывать начинающим нумизматам или на случай каким-то историй, работа на монетном дворе подразумевала быструю замену в случае необходимости рабочего инструмента. И если в процессе работы по какой-то причине выходил ранее используемый инструмент из строя, могли тут же взять другой, причем не обязательно соответствующий. Именно поэтому встречаются разные монеты-перепутки, когда аверс и реверс вроде бы не должны между собой сочетаться, но они сочетаются. В конце концов, какая разница, какой портрет? Этому и в наши дни многие нумизматы особого значения не придают. Поэтому, кстати, многие разновидности считаются редкими не только потому, что они редко встречаются, но потому что на них просто не обращают внимания. Важен год, знак Менцмейстера. Портрет зачастую не столь важен на монетах. Возможно, конечно, и какие-то другие варианты версии появления таких монет перепуток. Может быть, действительно, в самом начале чеканки в 1900 году решили, уж что называется, добить до конца имеющийся инструмент с пятым портретом, а уж потом использовать другой инструмент. Мы в наши дни этого никак не сможем выяснить точно, но имеем факт вот таких крайне редко встречающихся монет. 10 рублей 1900 года с портретом, свойственным для предыдущего 1899, и только с буквами ФЗ. На сегодня я рад представить вам такую красивую монету в прекрасном состоянии, без следов обращения, с небольшими, к сожалению, следами хранения, 10 рублей 1900 года с редким портретом Л-5. 10 рублей 1900 года, считающийся относительно простой, часто встречающийся, хоть и не так часто, в высоком состоянии.
Но данный конкретный экземпляр имеет аверс с изображением портрета пятого типа, не свойство для монет времени Николая II. Портрет Л-Ш-5 по Каюмову или Л-5 по систематизации является типовым для 10 рублей 1899 года с буквами ФЗ, но очень редко встречается и на 10 рублях 1900 года. Такой экземпляр, несомненно, очень редок, ценим, тем более в высоком состоянии, с ярким выраженным блеском, с хорошим рельефом. Внимательно смотрите монеты, которые попадаются вам, и вполне возможно, среди них вы обнаружите редкие разновидности, а может быть, еще даже и неоткрытые разновидности. Нумизматической удачи вам, хорошего пополнения коллекций, ставьте лайки, задавайте вопросы, смотрите другие наши выпуски. До следующих встреч!